Это машины углубляются. Ах ты, да? Готово. Угу. Убирай. Красиво, молодец. Это углубляются. Получилось? Это вы... Компьютер сканировал скелеты динозавров, чтобы создать модели. Но вдруг произошла ошибка. Давай поможем завершить эту задачу. Приклей на каждый скелет динозавра его модель со страницы наклеек. А ты знаешь, что науке неизвестно, какого цвета были на самом деле динозавры? Как ты думаешь, могли бы они быть черными? Почему? Потому что я... Почему? Не могли бы? Не могли бы быть черными? Да. На странице наклеек. Смотри, какие динозавры. Выбирай, какие динозавры подходят к какому скелету. Вот так здесь нужно... не видно, где видно, скелет, надо видно, смотреть видно. Одновременно. Выбирай, какой динозавр, какого первого будешь наклеивать. Это. Давай. Это... Гадрозавр, да? Бывает такое? Да, конечно. Такие бывают? Бывают, да. Почему? А некоторые? Некоторые не бывают. Это же наклейки, зачем вам клей? Так. Не рви, только подумай, как отсоединить, чтобы не порвать. Так. Нет, нам нужен кто? Динозавр. Крепляй немножко. А, ну давай вот этого диплодока, да? Давай-давай, аккуратно. Бывают фиолетовые. Бывают, конечно. Фиолетовые. Так, вот давай посмотри, где скелет диплодока. Наклеивай на него прям динозавра. Скелет на кожу. Ой, кожу на скелет. Саш, давай без комментариев. Скелет на кожу. Скелет на кожу. Скелет на кожу. Кожу на скелет, точнее, да? Так. Подходит? Да. Подходит. Следующего выбирай. Какой динозавр? Какого будешь следующего? Кого выбираешь? Этого. Ну, гадрозавра лучше смотри с головы. Вот, начинай с головы аккуратненько, чтобы не порвать. Аккуратненько ножки. Вот, вот так, раз. Все. Ищи здесь, где гадрозавр. Молодец. По этому нашел, по рогу, да? Угу. Так, дальше, следующее что будет. Так, смотри, куда приклеивать. Молодец. Угу. Так, дальше. Бери вот эту пихту. Это пихта. Это все папоротники такие. Древние времена, которые росли. Папоротники. Угу. Папоротник это? Да. Давай дальше. Такой низкий. Угу. Высокий. Куда его? Сюда клеим, да? По тени определяй. Так. Угу, дальше. Краба лучше заведем. Заведем в этой коробочке, и там будет много воды. Давай, давай, фантазер, отклеивай. Будет много Следующее воды. Следующее дерево клади. Давай. И много крабов. Много крабов, правильно, на нужное место приклеил. Так. Зайчик. Так. Белку. Так. Крота, правильно. Давай оживим эту картинку. Вырежу окошки по пунктиру. Вот тебе надо вот так вот вырезать. А это что? А это кто-то ныряет. Утка, наверное, будет нырять за рыбой. Давай-ка отрежем. Мы сейчас отрежем, потом все приклеим. Это мой нож. А елочка. Да, да. Сейчас все будем Где делать. Здесь?
Вот, вот так вот мы оживим. Здесь нет пока, мы еще не приклеили. Отрезай. А утки есть? Вырезай утки пока. Есть. Ну, сейчас Саша совсем разберется. Тут. Пальчиками вот здесь вот так вот. В разные стороны. Раз, раз. Вот так. Так. Давай, теперь наклеим. Вот клей сюда. Утку, Маш, клеим. Вот, вот эту сначала. И сюда тоже намажь здесь клеем. Вот здесь вот. Тебе же нужно вот так приклеить будет, да? Вот здесь тоже Маш клеем. Вот здесь вот так. Маш клеем вот это. Маш клеем сверху. Угу. Так, готово. Давай проверим, что у нас получится. Летела утка. Села она, наверное, на прудик, да? Открывай, смотри, что получается. И нырнул зачем? За рыбой. Получается уже история? Давай следующего, про следующего героя. Кто у нас тут? Белка? Вырезай. Отрезай. Про белку. Вот давай, отрезай. Мы про всех сейчас сделаем. Про белку. Отрезай про белку. Режь, да. Режь. Сейчас я тебе а волк где? Волка здесь пока нет. Ты его сейчас оживишь. Как оживишь? Ну, сделай живую историю. Как живую историю? Интересно. Теперь тебе надо... А что ты мне даешь? Вот так, складывай пополам. Складывай. Дальше мажь клеем. Вот, здесь мажь клеем. Угу. Вот. Вот здесь тоже давай. Мажь клеем здесь. Посильнее вот здесь вот мажь клеем. Угу. Давай вот здесь вот я уголочек промажу еще. Так, приклеивай белку на белку, чтобы она прям вот ровненько была. Давай. Вот. Давай теперь сочиним историю. Сидела белка, что она делала? Грызла орешки. Грызла орешки. Тут подлетел кто? Да, и что белка сделала? Туда, в гнездо. Да, в дупло спряталась, да, сразу? И орел улетел ни с чем. Не поймал он белку? Да. Нет, не поймал. Белка опять раз и опять грызть орешек, да? Так, вот Маш, клеим картинку с зайцем. Да. Да, вот так ты его сделаешь, Маш, клеим. Так, давай, давай. Сильнее, все уголочки надо промазать, чтобы ни одна не отклеивалась. Так. Угу, вот этот еще. Так, следующий давай. Зайчика как ты сделаешь? Так же, как он здесь. Так, давай историю сочинять. Сидел заяц на полянке. Да, вдруг... Что случилось, волк. Прибежал волк. Заяц... Убегает. Убегает. Волк его не догонит? Нет. Так, ну все. И последнее. Ну, тут у тебя все уже вырезано. Складывай просто. Пополам складывай. Маш клеем. Это про кого будет? Про крота. Про крота. Клеем Маш, чтобы приклеивать историю. Угу. Вот. Молодец, красота. Держи своего крота. Сейчас я вот эти уголки вот эти подмажу. Давай, приклеиваю его. Так. Здесь что у тебя за история будет? Сиделка. Угу. Прибежал куница, да? Да. Да, что случилось дальше? Оттуда. Крот спрятался? В норку. В норку. Куница убежала, раз он опять. Привет, Саш. Да? Какая тебе история больше всего понравилась? Ну, расскажи ее еще раз тогда. Папа. Расскажи мне историю про зайца. Сидел заяц, выбежал волк, и волк не успел догнать. И заяц опять прибежал на полянку, да? Сидел, выскочил куница, и он спрятался в норку. Куница не догнала крота? Да. Почему? А потому что у него глубоко норка. Сделано. Следующую, давай историю. Можем следующее задание? Да. По очереди приклеивайте пиратов и индейцев в клеточке. Победит тот.
тот, кто выстроит трех пиратов или индейцев в ряд. Это же как в кошки-мышки играть, да? Только пираты и индейцы. Это очень классная игра. Вот сейчас мы давай попробуем поиграть. Ага. Ты за кого будешь? За пиратов или за индейцев? За индейцев. Я сколько ему рассказывал про них. Не, за кого хочет. Может, Саша пирата больше не нравится. Или индейцев. Этого. Пират. Молодец. С саблями какой сильный. Давай тебе тогда всех пиратов. Вот, держи. Да. Ты будешь за пиратов. Мам. Я буду за индейцев. Это просто игра. Нет, это просто наклейки. Да, да. Не страшно? Да. Нет, конечно. Нет, не будем. Все. А давай папа будет на руке, приклеивай ему на ладошку. А ты будешь с моей ладошки брать, когда захочешь. Да. Пираты такие: привет, Саш, мы рады с тобой познакомиться. Индейцы такие: о-о-о-о-о-о-о. Да? Как они делали? Так кричали. Я же тебе про индейцев сколько рассказывал. Потом они все подружатся, да? Так, ну кто первый ходит, пират или индейец? Пират. Пират, давай, ставь пирата в какую-нибудь клеточку. Ага. Индейец такой: ну, сейчас я всех пиратов обману. Я. Гойка Митя всех индейцев обманул. Так, куда ты теперь пирата поставишь? Чтобы Гойка Митич не спрятал золото Маккены. Давай. Куда пирата поставишь? Другого? Любого? Ставь рядышком, конечно. Правильно. А ты можешь потом трех пиратов в ряд выстроить? Да. Куда надо еще одного пирата? Сюда. Подожди, сейчас. Теперь моя очередь, что говорит, индейца. Нет. Ну, давай я вот так, индейца. Ну уж нет, пират здесь не пройдет у вас. А смотри, я могу хитро сделать. Я могу пиратов, индейцев теперь выстроить в ряд? Куда? Как я могу? Вот. Тебе надо помешать. Ну-ка, вот давай, так, пират. Сюда. Мешай пиратам. Такой: ну уж нет. Ну уж нет. О, победил. Ну, пока еще нет. Тут вдруг индейец такой: сейчас я выиграю у Саши. Блокирую индейцев. Могу я индейцев теперь в ряд поставить? Не. Могу, у меня есть ряд. Ну, блокирую его. Сюда. Куда тебе надо? Стой. А, вот, подожди, подожди, Саш. Смотри, где ряд индейцев? Где уже... Нет, ну здесь ты уже меня заблокировал. А где ряд индейцев? Раз, два. А если я сюда поставлю, я выиграю? Да. Тогда мешай мне, пиратам. Индейец такой: ну ладно, я тогда пойду вот сюда. А у тебя есть место для пиратов? И ты выиграешь тогда? Вот. Йо-хо-хо! Да, пираты такие? Индеец такой грустный. Ну что ж, пираты, ваша взяла, да? Вы выиграли. Хорошо, что Саша за вас играл, да? Да. Молодец. А золото они взяли? Пираты такие: молодец, ты достойный пират. Да? Да. Да.